Йоу, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Up Game и добро пожаловать на прохождение Bulletstorm. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Сегодня финальная у нас часть по этой замечательной игре. Напоминаю, проходим мы на версии Full Clip Edition, стимовская лицуха. Ну и все. Так, это финальная, я так понимаю, да? Давайте прям full закупимся. А у нас все куплено, да, кроме четырех патронов, все. Так, тут фулочка, тут фулочка. Да, все, везде фулочка. Замечательно. Большая дверь. Не парься. У финального эхо есть коды для любой техники конфедерации. Ну, это увидят на мостике. Точно, поэтому поторопимся. Не высовывайся. Открыть огонь! И они нас увидели. Сюрприз, ребятушки! Так, а мы их подтянуть можем, интересно? Что еще за гниды? Спецназ «Тяжелое эхо». Секретная армия Сарана. Ух, что мне так быстро? Ух, крутые ебантяи! Ничего не скажешь. Спасибо. Спасибо мне? Я помогала делать. Как ты, какие-то жесткие ребята. И так сойдет тоже. Так, а у вас обычный автомат, что ли? Во что я сейчас уперся, кстати? Ёбушки-барабушки, вы посмотрите! Трое уебанов едут без билетов! И? Вообще, я рад, что вы вернулись! Посмотрю, как мои бойцы тяжелого эха расчленят и изнасилуют ваши трупы! Эх, сладко потом спать буду! Так, выжигание. Ну, кстати, одним выстрелом, да, сколько выжигаем народу? Нет, нет, нет. Улетел, но обещал вернуться. Ага, вот, как раз. Как раз. Так, подожди. Купить заряд. Слушай, а он 1000? Он всегда был 1000, тут заряд. Как-то такое ощущение, как будто дороже стал снаряд стоить. А почему? А почему снаряд дороже стал стоить? Он вроде не стоит. Грей, смотри, где они прячутся! Отцепи стропы груза! До свидания, ребят. Ну, что зависло? Внимание! Предохранитель воздушного шлюза отключен. Пошел нахуй! До свидания! Убийственная эффективность. Мне нравится. Черт! Сколько хороших людей ты убил! Честных солдат, выполнявших свой долг. Но они же стояли между мной и тобой. Это оправдывает их убийство, не так ли? Ах, коды не работают! Он от нас заперся! Тебя я впущу, Триш! Хочешь зайти посидеть у папочки на коленях? Ну и хуй со старым козлом, я знаю другой путь, помоги мне. Так, куда? Где ты, мать? Ты серьезно, ты сама не можешь залезть сюда? Серьезно? Ты не можешь подтянуться? Вот... Я жду. Ты же можешь подтянуться. Ты же боец спецназа, там кто-то... Я открою дверь с другой стороны.
Грёбаные трубы. Реально можно вот сюда ножку поставить, сюда за хоп-хоп-хоп. Думаю, я смогу открыть эту дверь. Тришка отправилась. Она пошла убивать Сарана. Она за нами не вернется. Да уж, думаю, что это в ее стиле. Закорочу консоль, может получится... Ты бы себя видел, когда делал это. Выглядишь как Нарик чертов. Я открыл дверь. Да уж, ты открыл дверь с видом чертового Нарика. Где Тришка? Торопится к старому папаше Сарана, да? Не нужно было тебе просыпаться, говнорез. Плеснул себе скотча и неистово тереблю себе яйца в ожидании твоего появления. По кодексу Эхо она должна отомстить сама. Нахрен кодекс Эхо! Засрали девчонки мозги! Эй, стой! Черт! Она сделала выбор. У нас тут своя проблема. Так, а ты где? Ты в кого стреляешь вообще? Помощник. А, у меня же этот есть. Пистолетик. Ой. Голову с плеч. Внимание, предохранитель воздушного шлюза отключен. Да блин, что ж ты? Нихуя! Вы не можете! Никто из вас! Заходите, вам не понравится то, что найдете. Та-да! Познакомьтесь с элитным отрядом тяжелое эхо, рожденным из шипастой черной жопы самого сатаны! О, да. Время убивать. Я в нее не попадаю, разве? Быстрее, быстрее выкидывай. Я шашканул немножко. Так, кто меня долбит? Откуда ты, чувак? Я вообще не понимаю даже. Так, дайте отдышаться. Чтоб меня зажали прям. Давай! Там Сарана и прячется! Я ломаю дверь! Постарайся снова не оглушить себя током, дуралей. Нет, я считал код с последнего. Прикрой меня, пока я буду его вводить. Так, прикрываю тебя, веду мощный огонь. Они дерутся до конца! Эти дикари, как загнанные в угол раненые волки! Грязные, вшивые и вонючие! А я любил их. Это Дуглас МакАртур. Настоящий воин. Не чета нынешним. Ух ты. Привет, красавица. Ну и хуй с тобой.
Грей! С правого фланга! Не спеши, братишка, у тебя столько времени, сколько нужно. Это сложный процесс. Растратил. Так, слушай, ну они, интересно, как заберутся к нам? Ладно, готово. А у меня тут тяжелое эхо. Мы просто идеальная команда. Эти дураки не сравнятся с солдатами мертвого эха. Прям как в кино, нужно им диалог выговорить, чтобы что-то произошло. Они пока не скажут, короче, ты опять проиграл, Грей. Леди тебя опередила. Ты убил моего отца? Всегда хотел тебя выебать. А теперь ты пришла, чтобы ебануть меня. После всего, ты что я сделал. Убил моего отца. Конечно, я. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не стреляй, дуванчик. А тебе не интересно, кому я отдал приказ? Кто спустил курок? Это крышеснос. Мертвое эхо. Они выполнили работу. Вот этот мерзкий хуй. Один и тот же человек убил мой экипаж и твой отряд финальное эхо. Ты. Не, а чё озвучка пропала? Прикиньте, тут озвучка пропала. Чего? У них даже губы не шевелятся, как я по губам бы считал бы. Хватит! Подумай! Именно этого и хочет Саран, а он тобой манипулирует. Мои манипуляции еще и начаться не успели. Никита, я не контролирую себя! Верно! Моих рук дело! Прости, Грей, это не я! Они принуждают меня убить тебя! Придуши сосунка! Сломай ему шею! Умереть в руках своего лучшего друга, о большем я и не мечтал. Больше человек, чем машина. Ты можешь вырваться из-под контроля. Ты можешь справиться с искусственным интеллектом. Я не могу прекратить. Не заставляй меня делать это. Я тебя не виню. Хорошо, Грей. Последний раз. Какого черта? Ты, обезьяна злоебучая! Делай, что тебе папа сказал! Ты заплатишь за то, что сделал с нами! Мальчик, ты умрешь, как откормленная свинья! Ты опозорил нас! Рэл был героем войны, а ты использовал его, чтобы убивать невинных! Я вам, конченым балбесом, дал хоть какую-то работу, и все! Ну уж прости, что она не зашла твоему этическому компасу, сестренка ПМС. Дыши! Дыши! Ха-ха! Вот так, малыш! Я же тебе говорил, этот парень в бою хуёв не пинает. Не, зачем я полз тогда? Тебе же она не нужна была, правда? Ты не стоишь даже последних слов. Только грустные лужицы блевотины. Грей! Иши! Иши! Держись! Прикончи его! За мертвое эхо! Ты грязный уебок! Ну и говноед! Ну что вы за парочка первостатейных говноедов, а? Упс. И хуй с ним. На пушке свет клином не сошелся. Ты
от меня больше не скроешься! Я столько прошел и потерял все! Я иду, Сарана! Иду убить тебя! Вот такие пироги. Все, можно откинуться на кресло, наверное, да? И наблюдать. Не надо больше, надеюсь, ничего не нажимать там. Все еще никто, пацан. Мне все равно, кто я. Лишь бы ты сдох. Тришка, с тобой все в порядке, милая. Я тебя вытащу. Он... Сарана... Сарана сдох в мучениях. Заплатил за каждую покалеченную семью. За каждую невинную жертву, на которую натравил меня. Я знаю, что он обманывал тебя, Грей. Я поняла. Я не виню тебя. Я не... Это даже милее, чем распутные школьницы. Он еще живой. Вот негодяй. Пусть эта мысль утешит вас, прежде чем вы разобьетесь насмерть. Нет! Ты сказал, что он мертв! Блин, это еще не все, оказывается, офигеть. Кто ж знал, что космический пират заберет столько жизней? Еще одно крушение, еще одно большое падение, еще один провал. Грей, мне жаль Иши. Правда. Мой последний друг. Из-за меня его убили. Как и всех остальных. А, сукин сын! Да, вот примерно так. Прямо в объятья следующей катастрофе! А куда дальше? Так, у меня поп... Позови тебя! Позови меня собой! Так, я так понял. Ну тут точно финалка сейчас будет, поэтому потрошки. Давайте до Талова пополним. Так, максимум. Я так понял, больше мне не удастся пополнить боезапас. Это как бы последнее пополнение запаса на сегодня. Ну, отлично. Надо торопиться. Что доберемся такое? До Одиссея, найдем способ отключить ДНК-бомбу. Ясное дело. Может, найдем какой-нибудь пустой, забытый корабль. Заправленный, готовый к вылету. На нем, может, даже твое имя написано. Эй, подожди-ка. Что? Ну, Одиссей, давай, там были спасательные капсулы, готовые к вылету. Ускорения не хватит. Если запустить ее в нужный момент, мы, по крайней мере, сможем вылететь за пределы атмосферы. А дальше Одиссей взорвется. И взрывной волной нас вынесет в открытый космос. Да похуй, стоит попробовать. Черт! Тяжелым эхо подумали о том же. Вперед! Нельзя допустить, чтобы они добрались до капсулы раньше нас. Давай! Да куда дальше? Ну, перепрыгнешь, что ж ты мать. ПС в жопу такую идейку, бля, да нет никаких шансов, что она сработает. Блестяще. О,
Черт! Тяжелым эхо подумали о том же. Вперед! Нельзя допустить, чтобы они добрались до капсулы раньше нас. Да тут таймера, в принципе, нету. Поэтому, мне кажется, не надо спешить, да? Давай! Нет никого. Где ты? ПС, в жопу такую идейку, бля, да нет никаких шансов, что она сработает. Ты же это знаешь, правда? Лучше, чем ничего. Нам все равно нечего терять. Да подожди ты. Кто-кто? Что это падает? Уже. Нет, нет. Блин. Да что это? На Н-ка, да? 50 секунд до взрыва. О! Черт! Сарана уже установил время взрыва Одиссея. Нам пиздец. Еще есть время, шевели жопой! 40 секунд до взрыва. Куда? Не сюда. 30 секунд до взрыва. Так вышло, что на нем мое имя. О, черт! Ты пришел не на ту вечеринку, вонючка! Вонючка, тет, вонючка! Хорошо. Давай. Блин, бедные мутанты. Бедные люди, мутанты, которые остались тут. Хоть они дикие все, но все равно же живые существа. Жалко. И Годзилла еще тут. Целую, считай, планету. Мне повезло. У них, знаете, еще один вопрос только. Откуда у них столько патронов? Они у них заводы где-то есть, да, производящие боеприпасы? Хотя это условность, наверное. Условность любой экшен-игры, да? Что патроны бесконечны везде. Ух ты. С нашей планеты когда-то такой наверное не будет. Еще хотел сказать, татистит. Наверное. Хотя будет, что ж. Вот сейчас будет сюрприз. Это было дерьмово. Я оставил там всех своих друзей. А ты? У тебя все причины хотеть моей смерти, Тришка. Я твой друг, Грей. Я простила тебя, Хант. Как я и сказала, я знаю, что Сарана сделал. Я поняла, какой он долбанный психопат. Это не твоя вина, Грей. И это правда. Ошибаешься. Это моя вина. На твоем месте я бы тоже хотела убить Сарана. Он использовал тебя для убийства невинных. Рэл, Оливер, Иши. Они все погибли, потому что пошли за мной.
Это моя вина. Поэтому они и пошли за тобой, чтобы отомстить виновнику их дерьмовой жизни. И я дал ему уйти. Итак, что же ты будешь делать? Секса в конце. Ну что, ребят, вот еще одна игра, пройденная на канале. Игрушка классная, кстати, да. Кооперативчик вот бы не хватает в этой игрушке. Было бы вообще шикарно. Игрушка просто великолепная. Так, я уже, получается, ну, второй точно раз на памяти ее прошел. Так, что, Эрка, что это значит? А? Тут, кстати, можно титры перемотать. Надо перемотать, может, в конце какая-то пасхалка будет. На протяжении трех. Какого трех? Уже четвертый же идет год, да, у нас? Как я пилю видосики, каждый день при том. При том по несколько игр даже выходит у нас. Некоторые бывали дни, когда и по 3-4 были игры, выходили у нас в день. Вот. Поэтому тягучка у нас большая, игр много. В стиме лицензионных у меня там около 500 куплено. Ну, вообще 500 игр в стиме. А так куплено около 400 с чем-то там у меня в стиме. Вот. Не считая бесплатных. Вот этих как раз там, не знаю, то ли полтинник, то ли меньше там игр бесплатных. Большинство пройдено. Галочку ставим в нашем блокнотике. Пройденных игр. Завтра, в принципе, начнем новое что-нибудь. Я даже не знаю, кстати, что на завтра записывать. Сейчас посмотрю я в библиотеке в Стима. Вы, кстати, пишите обязательно комментарии, что вы хотели еще увидеть, что, может, я еще что-то не проходил на канале. Пишите обязательно комментарии. Все комментарии лайкаю, все комментарии читаю. В принципе, жду пару дней, может быть, неделю дожду, потом захожу, в принципе, и сразу я отвечаю за неделю всем комментаторам. Если есть какие-то вопросы, там люди спрашивают. Так, а что, все, титры какие-то бесконечные у нас. А вот, все, все, конец подходит титрам. И будет интересно когда-нибудь что-нибудь. Вы видели? Я, блин, на перемотке потом посмотрю. Он очнулся. Наконец-то, мать его! Какого ху... Его-то заштопал лучше, чем меня? Это ёбаный позор! Какое-то дерьмо со мной сотворил! Сэр, генерал, мы сделали все, что могли. Ваши ноги и внутренние органы, ну... Они были размолоты, генерал. Не с чем было работать. Заткнись, недоносок! Я очнулся не чтобы твое ебало оправдывающееся слушать. Нам покажут. Разбуди гребаного пациента! Ну, здравствуй. Как ты себя чувствуешь, сушиёб? Видел там бога, пока был в отключке? Всё-таки живой, значит, наш друг. Офигеть. Бог мёртв. Блин, ну тут гуглить уже надо. Была вообще сценка? Или темный экран так и у всех? Или у меня только? Что дальше? Что делать дальше? У меня просто черный экран. А вот, все. Загрузка появилась. Так, отлично. Вы разблокировали режим смертоносного убийства. Каждое оружие доступно с самого начала. Вы можете носить все оружие. Сразу это еще не все. Если вы выполните каждый направленный удар для определенного оружия, то блокируйте бесконечный боезапас. Вы сможете по-настоящему воплотить свои творческие начала. Да нет, я уже, в принципе, все уже. Как бы хватит. Зейкон, многопользовательская игра. Слушай, а тут что, все-таки по сетке можно? Бейсбол. Опустить летающего врага на землю выстрелом из ударника. Хм. Десятый... Стой, что это? Быстрая игра. И что? Так, и ведется какой-то поиск. А подожди, все-таки можно все-таки играть? Я просто помню, что же мы со Славиком запускали, и что-то не смогли мы поиграть в эту игру.
Короче, там было просто дедматч. Типа, убиваешь, возрождаешься на какой-то карте и все. А именно этот прохождение не было. Нет, нет. Что-то онлайн тут, походу, нет. Игры сколько лет, а я решил онлайн проверить кадр. Ребят, ладно, давайте. Ритуальчик, тогда вы знаете. Лайк, подписка и коммент. С меня видосик не болит. Не хотите всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих сериях на канале Like Your Game. Ну, а точнее, уже завтра в новой игре. Пишите ваши знатные веселые комментарии. Обязательно отвечу. Всем пока.